Всем привет! Сегодня 17 июля 2023 года. Нахожусь на улице Полесской. Это дом 57, довольно новый. Там памятник пожарным и спасателям. Вот улица Полесская. Там впереди вот и направо улица Цветаева, а налево генерала Родина. Насколько я понимаю. Там парк Огауза пожарной частью. Вот как раз напротив того красивого дома. А тема этого ролика — проход по улице Полесской. Я просто хочу показать, что улица Полесская здесь не заканчивается, идет почти до Некрасовки. И сейчас мы пройдем по этому маршруту. Но она здесь какая-то вот извилистая, не прямая. Поэтому я хочу снять этот ролик, чтобы было видно, понятно. Вот за те гаражи, чуточку сейчас левее возьмем. И там будет продолжение, как ни странно, улицы Полесской. Так написано на картах. Вот. Это очень странно, потому что Некрасовка — это уже не Орел, а Полесская идет почти до нее. До улицы Интернатной, по-моему. Но, тем не менее, этим путем можно туда попасть. В Некрасовку. В ту сторону будет Новгородское шоссе, в ту сторону улица генерала Родина. А мы сейчас обогнем слева заправку и выйдем на продолжение улицы Полесской. Памятник пожарным и спасателям. 2019 году открыт памятник. Такой выразительный памятник. Так. А мы идем на ту сторону. Вот как-то логично, что вот здесь вот заканчивается Полесская, да? Но нет, она здесь не заканчивается. Она вот там продолжается. Она вот так вот зигзагом тут идет. Вот. Это на самом деле странно. В общем, там на Угорка, это Полесская, если туда пойти, будет центр города. Напротив этого дома через дорогу парк Огау. А там за гаражами Полесская будет продолжаться. И вот мы туда идем. Может быть, и здесь можно было бы пройти. Мы попробуем не здесь пройти, не этой тропинкой, а вон той дорогой, где вот машина выехала. Подожди. Дом по Матросова, перед ним озеро Веселое, вот так вот. Еще его раньше называли чертов ров или чертов овраг, не помню. Чертов ров, по-моему. Так, в общем. Сейчас нам нужно найти продолжение улицы Полесская. По моей версии, это здесь. Совсем не похоже на улицу, да? Гаражи.
Вот такая на улице Полесская. Проходит прямо по гаражному кооперативу. Я паузу нажму в конце этого пути. Значит, продолжу съемку. Ну вот, смотрите, улица Полесская, я нахожусь здесь. Это вот дорога в этом гаражном кооперативе. Сейчас я выйду из него. Вот такая она интересная, улица Полесская. Вон выход. Я понимаю, это все очень странно, но в будущем, я думаю, дорогу расширят. А владельцам гаражей компенсируют, так сказать, приобретение их городом. Или дач. Ну, я не знаю вообще, как это все будет, но пока это выглядит вот так. Улица Полесская. Вот я нахожусь. Вот она была. И нету. И вот она. Улица Полесская. В общем, смотрите, вот я, вот эта линия, по которой я сейчас пойду, а вот улица Полесская начинается вот здесь. То есть нужно еще левее взять после этой линии. Вот так вот странно у нас все. Вот я вступил на нее, на эту линию. Вот он. Вот улица Полесская. Нужно пройти эту линию. А, я сейчас чуточку вернусь на одну линию. Вот, по-моему, тут она продолжается, да. Вообще не понимаю. Вот здесь что? Навигатор посмотрим. Ну ладно, главное, вы поняли, как туда пройти на Некрасовку, минуя Новорку. Вот как еще. То есть она таким вот очень хитрым зигзагом. Вот улица Полесская. Точно. Вот она. Вот смотрите, я вышел. Сейчас пройду вот эти садовый участок и выйду опять на улицу Полесскую. Видите? То есть я иду по улице Полесской, судя по карте. Понимаете, как прикол-то в чем? Иду по улице Полесской. Слив тут много растет. Домиков всяких. Троллейбус тут, конечно, не проедет. Вот, иду, иду. Вот видите? Сейчас пройду этот участок и будет дальше опять название улица Полесская. Какая классная капуста растет на улице Полесской. Замечательно. Растение улицы Полесской. Дорог, конечно, не очень. Грунтовочка. Иду по улице Полесской. До ее перекрестка с улицей Кольцевой. Сейчас будет улица Кольцевая. Теплица на улице Полесской.
Ну, в общем, дачный тут поселок такой. И по нему, как ни странно, проходит улица Полесская, судя по карте. Вот, домики такие. Приближаемся к перекрестку улицы Полесской с улицы Кольцевой. Видите, Кольцевая. Я подхожу, а дальше улица Полесская. Вот этот перекресток. Кольцевая заасфальтирована. Да и Полесская за Кольцевой тоже заасфальтирована. В общем, тот участок, по которому мы шли, он грунтовый участок улицы Полесской. Как ни странно. Ну вот он, перекресток. Это улица Кольцевая. Туда поехать на Угорское шоссе. Налево там овраг будет, дача. Давайте указать. Я покажу. Улица Полесская. В общем, вы поняли, это чудо. Вот улица Полесская. На перекрестке. У Полесская. Ух ты какая, Полесская, Полесская. Вот такая она, у Полесская. Не случайно место где-то поблизости раньше называлось Поле чудес. Чудеса, да и только. Идем по улице Полесской. Я очень рад, что я нашел эту дорожку, чтобы вам показать, зафиксировать то, что в будущем. Вот смотрите, вы знаете, где Полесская 53? Это на Матросово. А это Полесская 63. Фактически за городом. Вот. То, что люди будущего, они будут, конечно, смотреть и удивляться. Как так? Улица была разорвана грунтовым участком. А вот Полесская 67. Как видите, я вас не обманул. Продолжаем гулять по улице Полесской. Начало которой находится недалеко от площади Ленина. Там перекресток с улицы Горького, Брестской. В общем, воздух тут замечательный. Там вдали мы видим дом, перед которым парк Огау. Я его неоднократно снимал по улице Генерала Родина. Вот люди будущего, смотрите, как выглядела раньше улица Полесская в своей грунтовой части. О, сумах оленерогий. Такой же, как я недавно снимал в парке Угау. Но он еще не вызрел, поэтому пробовать его нет смысла. Сумах оленерогий. Полесская 46. Классные тут дома, конечно. Полесская 48, пожалуйста. Восемь.
Полесска 75. В общем, идем по улице Полесской. Сосны на улице Полесской, сосна растет красивая. А что раньше? Мне вот рассказывал мама там, где институт культуры, там сады были, там был уже не город. Это уже была окраина Орла. В бульваре Победы там, где Дикси, ярмарка какая-то была, чуть подальше. В общем, больница МОПР была на окраине, как и Семашка, кстати. Орел вообще раньше был малюсенький. Это сейчас он вот разрастается во все стороны. Полесская 81, Полесская 56А. Вот такая она, замечательная, длинная, красивая улица Полесская. С большим количеством красивых домов, растений. Вот кто на великах, кто любит пешком гулять, рекомендую пройтись по моему маршруту. Как я этот ролик назову? Наверное, как-нибудь улица Полесская от улицы Генерала Родина до улицы Интернатной. Там, по-моему, Интернатная улица. Полесская 58. Полесская 60. И похоже, что здесь она заканчивается. А что бы мы хотели? Чтобы Полесская тянулась до Орловского Полесья? Было бы здорово. Ну а правильно, вот по какой улице можешь попасть в Орловское Полесье, как не по Полесской, да? Шутки шутками. А кто знает, насколько вырастет наш замечательный город. Так, вышли мы на улицу Интернатную, которая ведет к Некрасовской школе-интернат. В той стороне у нас Ногорское шоссе. Я еще раз сниму указатель. Улица Полесская. Так, ну а я... Секунду. В общем, вы поняли, там Некрасовка, там улица Полесская, улица Генерала Родина. Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях, сделайте репост. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ну, также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Вот, это улица Интернатная. Сейчас он дойдет до того указателя, чтобы вам было понятно, что я правду говорю.
что мне неправду говорить нет никакого смысла. Если я начну говорить и думать неправду, то я могу где-нибудь потеряться, а мне этого не хочется совсем, блуждать неизвестно где. Улица Интернатная называется так, потому что ведет она нас к Некрасовской школе-интернат. Вот она, Интернатная, дом 68. Все, в общем, там на Угорское шоссе, там Некрасовка. Кстати, по этой улице маршрутки ходят. Всем пока. Пишите комментарии.